Да. Ну, да, конечно, вот, понимаете, да, Высоцкий, ну, что тут говорить. Это, конечно, вот эти, когда споры идут, что авторская песня, что не авторская песня, Высоцкий – это авторская песня. В особенности, вот, кто из пролетариата, понимаете, заводские ребята, которые, может быть, не всегда, так сказать, до тонкости все понимают, но вот дать ярлыки, что авторская песня, что не авторская песня, это они, да, за милую душу. И вот это-то, конечно, авторское. В сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени утро мудренее. Но и утром все не так, нет того веселья, то ли куришь натощак, или пьешь с похмелья. Эх, раз. Эх, раз. Или пьешь с похмелья в кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птица в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, да здравствует Россия. А на горе стоит Донбасс, а под горою Сирия. Хоть бы склон увидеть плющом, не доходят руки. Хоть бы что-нибудь еще вместо этой штуки. Я по морю вдоль реки света тьма. Нет Бога. В чистом поле васильки и дальняя дорога, вдоль дороги лес густой с бабами. Яганами в конце дороги той плачут с топорами. Где-то кони пляшут в такт, нехоть и плавно. Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И ни церковь, ни кабак ничего не свято. Нет, ребят, все не так, все не так, ребята. Обидно за державу.